Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Мене звати Тетяна Костицька. Сьогодні до нашої студії завітали заступник директора клініки «Одрекс», доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю Одеського медичного інституту МГУ Щербаков Сергій Сергійович, директор медичного інституту Міжнародного гуманітарного університету Шатурмінський Віталій Григорович та керівник учбового центру спеціальної підготовки САР, партнер Одеського медичного інституту МГУ Карпенко Микита Ігорович. Вітаю вас усіх. Отже, перше запитання до вас, Віталій Григорович. За якими спеціальностями сьогодні готують медиків в МГУ? В Одесском медицинском институте проводится подготовка по специальностям медицина, стоматология и фармация. Медицина – это подготовка, шестилетнее образование с подготовкой врача общего профиля, врача-хирурга, анестезиолога, гинеколога. Специализация происходит уже после окончания обучения. Стоматолог – известная всем специальность, подготовка ее проводится в течение 5 лет. И фармация – подготовка, возможно, по 2 уровням специальности. Бакалавр – это 4 года. Это бакалавр-провизор. И 5 лет обучения, полное высшее образование, магистр-провизор фармации. А какие новые специальности появились последним часом? Мы в прошлом году открыли 2 новых специальности. Это медсестринство, бакалаврат. Это не медсестра, которая после колледжа, а медсестра, которая в высшем учебном заведении. Новая европейская специальность. По этой специальности дипломы котируются в Европе, только нужно знание регионального либо английского языка на уровне B2. Врач-эрготерапевт – это 2-я новая наша специальность. Это врач лечебной физкультуры, врач подготовки спортивной медицины. Вот подготовка 4 года, бакалавр, и получает квалификацию врач. А навчальний заклад давно і продуктивно співпрацює з провідними в місті медичними установами, зокрема клінікою «Одрекс». Сергій Сергійович, в цій справі зацікавлені обидві сторони – і університет, і клініка? Отвечу як представитель обеих сторон. Звісно ж, так. Це ситуація, коли виграють обі сторони. З однієї сторони, у студентів і курсантів Одесского медицинского института есть возможность учиться на суперсовременной медицинской базе, получить доступ к таким средствам интенсивной терапии, которых нет аналогов зачастую в Украине. А у нашей клиники «Одрекс» есть возможность презентовать себя и подготавливать и подбирать молодых кадров, перспективных, с которыми мы потом продолжаем сотрудничество. Навчальний центр САР також партнер МГУ. Микита Ігорович, як ви вважаєте, чи повинні студенти, незважаючи на спеціальність, вміти надавати першу необхідну допомогу? І чи працюєте ви зі студентами та викладачами в цьому напрямку? Спасибо за вопрос. На сьогоднішній день Одеський медицинський інститут Міжнародного гуманітарного університету практически единственное учебное заведение профильное медицинское, которое уделяет внимание необходимости повышения уровня квалификации знаний будущих медиков по направлению оказания доврачебной или домедицинской помощи, да, по очень базовым вещам, которые на самом деле важны. Наш учебный центр проводит обучение не только для медиков, а еще и для медработников по курсам повышения квалификации. Так вот, студенты массы вузов Украины, к сожалению, на выходе, после того, как они покидают альма-матер, они имеют достаточно, к сожалению, посредственное вообще понимание процесса оказания помощи. В то же время, когда студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета эти знания получают уже в процессе. Это точно так же происходит в странах Европейского Союза и в мире. Это лучший мировой опыт и лучшая мировая практика. Віталій Григорович, медичний інститут МГУ не залишився осторонь на час пандемії коронавірусу, та університетська клініка працювала наповну. Які відгуки одеситів?
Благодаря поддержке и Сергея Васильевича Кивалова мы создали за период коронавируса в марте, в апреле полноценную клинику для диагностики борьбы с коронавирусом. Проводятся благотворительные акции, мы делаем тесты на коронавирусы для бесплатно для всех категорий населения города Одессы. Плюс были готовы к принятию достаточно большого количества пациентов с коронавирусом, создали для этого реанимационные блоки, проводили подготовку врачей для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких. Вот. Можно вопрос задам? Правильно я понимаю, что на территории Одессы ваша частная заведение, не государственное, которое не получает деньги из бюджета, единственное, которое предлагало всем одесситам бесплатно проходить обследование и тесты на коронавирус. Я так думаю, что это даже прецедент для Украины, не только для Одессы, когда людей тестировали совершенно бесплатно по обращаемости. Они записывали, получали время, как и положено на ресепшене, и проходили тестирование. Дуже дякую вам за ваші відповіді. А зараз у вас є можливість запросити абітурієнтів до вступу в медичний інститут МГУ. Уважаемые абітурієнти, мы знаем, что сейчас сложная вступительная кампания, потому что у нас высокие баллы на медицину, то есть необходимо 150 баллов по двум предметам. И вы делаете выбор, осознанно выбор, когда вы набрали эти уже 150 баллов. Я предлагаю вам демократичный новый вуз, который работает по новой системе, оснащением достаточно... качественным оснащением. Мы проводим лекции с зарубежными нашими коллегами, учеными. В этом году были итальянцы, немцы с очень серьезными лекциями, очень интересными. Я думаю, что поступив в этот вуз, имея хорошую спортивную базу, развлекательную базу, где студенты участвуют в самодеятельности, шикарное общежитие, не побоюсь этого слова, вы останетесь довольны. Дуже дякую вам за інформативну бесіду та цікаву інформацію. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.